Почему импортные продукты снимают с продажи? В Татарстане срочно продают шиномонтажные мастерские. И на еде сэкономлю, но смартфон куплю. Что для татарстанцев важнее и кто на этом зарабатывает? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Роспотребнадзор стал втрое чаще браковать импортные продукты, пишет «Известия». Если 11 лет назад изымали с торгового оборота каждый 10-й заморский продукт, то в прошлом году уже каждый 3-й по причине несоответствия нормам безопасности. Стандарты в отношении продуктов питания в России и в Европе и Америке сильно отличаются. Российские заметно строже. Предельно допустимое содержание нитратов в овощах, фруктах, антибиотиков в мясе, в молоке, гормонов роста ниже, нежели в импортных продуктах. Поэтому треть заграничной продукции контролеры снимают с продажи. А еще без жалости сжигают в печах овощи и фрукты, зараженные вредителями. В Татарстане уничтожили больше 2 тонн опасной растительной продукции, в основном из Средней Азии, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Фитосанитарные врачи дежурят в аэропортах, разрешается ввозить на территорию республики овощей и фруктов не более 5 килограммов. Это примерно среднего размера дыня или ведерко слив и не более 3 букетов цветов. На все, что свыше этого, надо получать санитарное заключение. Досмотрено более 4000 авиарейсов, более 600 тысяч ручной клади и багажа, изъято и уничтожено более 2 тонн растительной продукции, запрещенной к ввозу в Россию из республик Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Составлено 380 протоколов административного правонарушения по фактам попыток ввоза продукции без фитосанитарных сертификатов. То есть в ручной клади везут фрукты или овощи без разрешительных документов. Данная продукция изымается, составляется протокол, и далее продукция уничтожается в утилизационной пище аэропорта путем сжигания. На цене овощей и фруктов такой контроль не сказывается. Речь идет о небольших партиях товаров, которые везут не на продажу. Сейчас в республике овощей и фруктов в достатке своих местного производства по минимальной с начала года цене. Например, картофель подешевел на 8% и стоит примерно 23 рубля за килограмм. Лук стал дешевле на 7%, за килограмм просят 23 рубля 80 копеек. Морковь 35,5 рублей, подешевела на 10%. Подорожала только капуста на 4%. Она в Татарстане сегодня в среднем стоит 20 рублей за килограмм. В Татарстане спешно продают автомойки и автосервисы, пишет РБК «Татарстан». Спешно, потому что уже, например, через месяц-другой, когда наступят заморозки, водители массово захотят переобуть свои машины на зиму. По такой цене шиномонтаж вряд ли можно будет купить. А пока готовую шиномонтажную мастерскую предлагают за 350 тысяч рублей или за 550 тысяч на первой линии вдоль дороги и уже с целой клиентской базой. Автомойки в Казани продают от 300 тысяч рублей до 2 миллионов. Долги россиян растут вдвое быстрее, чем их доходы. И вот уже средняя семья должна банку примерно 234,5 тысячи рублей. И примерно 14 400 рублей – это средний просроченный долг, сообщает «Реальное время». Тенденция распространяется и на Татарстан, и это при том, что в республике на одного человека приходится 2 гаджета, подключенных к интернету. IT-компании и сотовые операторы – на жаждущих общения татарстанцах заработали 30 миллиардов рублей. Где логика, если на еду не хватает, а на дорогой гаджет деньги находятся? И как долго продержится такая тенденция, мы спросили у наших экспертов. Сейчас, так сказать, как бы наши потребности, они формируются, понятно. Если бы мы не знали, что такое смартфон, мы бы не задавались бы. Но мы знаем. Конечно, можно сказать, что нам навязывает потребность. Но как бы то ни было, так сказать, потребность сформировалась. И здесь говорят, что мы не доедаем. А вот зачастую, так сказать, студент, он купит себе смартфон, лучше не доест, понимаете? Вот структура ценностей меняется. Его доход человека, да, сколько он использует на продукты питания, товар первой необходимости, и сколько он может отложить, так сказать, на банковский счет. Вот тогда мы с вами другую вели беседу, понимаете? Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами, и до встречи.